Jermain Defoe. Ese gesto ahí entrañable, ¿eh? 5 añitos tiene. Que en ataque tiene que ofrecer muchas cosas hoy. Pues ahí vamos con el once de Inglaterra. Hart en la portería, 4 atrás. Walker, King, Stones y Bertrand de derecha a izquierda, medio centro Eric Dyer, interiores Chamberlain y Ali. Y arriba Chamberlain, Sterling y Defoe. Dyer, la lana, ahí ponen la lana de interior a Chamberlain en la banda derecha. Yo he visto otra situación de algunos jugadores. Sí, puede ser así. Puede ser. Yo creo que Oslade va a jugar más por dentro y la lana un poquito más. Jaunkaskas, Lituania con Setkus en la portería, 4 atrás, de derecha y izquierda, Baitkunas, Kijanskas, Klimavičius, Linas, Klimavičius, Slavikas, Salaya Máquinas, Kuklis y Zulpa con Novikovas y Černiće. En las bandas, Slivka como segundo punto arriba, Valskis. Sí, a Valskis arriba seguro, Slivka segundo, cambiados de banda, digamos, y la entrada de Baitkunas como lateral. Algunos partidos han jugado, Novikovas a la derecha, sí. Černiće a la izquierda y otros justamente al Exactamente, revés. Exactamente, sí, o sea, son dos posibilidades. Просто вау. 2011 году еще будучи, ну, по сути дела, юниором, выиграл. Кто будет разыгрывать вот такой? Вот такой предлагают вариант розыгрыша штрафного англичане. Не очень казаться в этой системе. Но сейчас не об этом. Сейчас Кайл Уокер здорово перехватывает мяч. Бертран. Ответный пас на него и прострел. Чемпионат Европы во Франции, прошедшему лучшим летом. Этот литовский сектор. Лалана. Пас очень опасный. Нет никакого. Нать. Стерлин. Как легко проходит Вайткунуса. И момент. Гол. Это кто? Это он. Джермейн Дефо. Вернулся в сборную спустя 3,5 года. И забил гол. Ну а забивал, если уж быть совсем дотошным в отношении Джермейна Дефо, этот 34-летний нападающий в последний раз 4 года назад, причем ну практически день в день. В марте 2013 года последний раз Джермейн Дефо забил. Волной Бертранда. А это Стерлинг. Теперь сам пробьет. Да. Соседей шотландцев не будет. Ну, наверное, где-то и слишком изящно попробовать сыграть. А вот Джермейн Дефо, редкость для сегодняшнего матча. А здесь изящно. Он слэд Чемберлен и грубо. Ох, грубо. Климавичус. Очень резко реагирует. Он бронятся. 1 в 1 оставляют против Рахима Стерлинга. Вайткунаса едва. Еще один момент не создает острейший. Литва, Словения. А затем забил шотландцам. Ой-ой-ой, какой момент! Сейчас не Федор Черных, а Викинтос Сливка едва не вошел в... И вот свисток на перерыв. Рюди Пике отправляет команды отдыхать. Англичане выигрывают 1-0. И прямо сейчас, вашему вниманию, Артем Шмельков с вами по-прежнему. Адам Лалана, 11-й, главный тренер Гаррет Саутгейт. Ну что ж, а у нас второй тайм начинается с желтых. Было за первый тайм. 6 штук всего, а зато вот тут едва и без удара даже, а так вот, входя с мячом в ворота, Рахим Стерлинг, едва Никитка Лаланы на Уокера. Честно говоря, невысокие скорости, их англичанам и включать не нужно, потому что даже и на малых скоростях они, посмотрите, литовцев. Черных, ох, опасно будет! А удар! Удар следует, и, по-моему, даже с рикошетом неприятным для Джо Харта. А здесь Окслед Чемберлен и пробьет! Хороший какой удар! Ух, не часто он делает это, я имею в виду, до следующей игры не скоро. Только 10 июня сыграют, а литовцам принимать словаков. Которые их... в, скажем, непрезентабельном виде. Недостойным, по крайней мере, для публики широкой в прошлом сезоне. А сейчас это уже железобетонные игроки сборной. Мяч в воротах. Джейми Варди как легко. Через центр. 2-0. 66-я минута. В середине первого был забит первый гол. В середине второго, будьте любезны, второй влетает.
Джейми Варди, его левый глаз украшает Решфорд. Вот так аккуратно между ног. Прокинул мяч сопернику и дальний удар Маркуса Решфорда. Потрясающий, конечно, уверенный в себе парень. Таким и был, когда только Кайла Уокера. Тот штрафной. Будет опасно. Удар. Ну, прямо в вратаря, по сути, попадает. Как будто так и зазывает. Отнимите у меня мяч. Подойдите поближе. А я попробую кого-нибудь еще один в один обыграть. Решфорд недоволен. Ох, классный какой пас. Варди! Нет. Ну, по крайней мере, не сейчас. Ну, голова-то еще пригодится. Так вот, синяки наросли к фаворитам турниров, собственно, основных. Больших турниров. Мяч рядом с перекладиной пролетает, но все-таки выше. Нет, до удара они так и не доведут дело. Вот он, финальный свисток. Англия продолжает. Ese gesto ahí entrañable, ¿eh? 5 añitos tiene. Que en ataque tiene que ofrecer muchas cosas hoy. Pues ahí vamos con el once de Inglaterra. Hart en la portería, 4 atrás. Walker, King, Stones y Bertrand de derecha a izquierda. Medio centro, Eric Dyer. Interiores, Chamberlain y Ali. Y arriba Chamberlain, Sterling y Defoe. Dyer, Lallana. Ahí ponen Lallana en el interior, a Chamberlain en la banda derecha. Yo he visto otra situación de algunos jugadores. Sí, puede ser así. Puede ser. Yo creo que Osley va a jugar más por dentro y Lallana un poquito más. Jaunkaskas, Lituania con Setkus en la portería. 4 atrás, de derecha y izquierda. Baitkunas, Kijanskas, Klimavičius, Linas, Klimavičius, Slavikas, Salaya Makinas, Kuklis y Zulpa con Novikovas y Černiche. En las bandas, Slivka como segundo punto arriba, Valskis. Sí, a Valskis arriba seguro, Slivka segundo, cambiados de banda, digamos, y la entrada de Baitkunas como lateral. Algunos partidos han jugado, Novikovas a la derecha, sí. Černich a la izquierda y otros justamente al revés. Exactamente, sí, o sea, son dos posibilidades. Просто вау. 2011 году еще будучи, ну, по сути дела, юниором, выиграл... Кто будет разыгрывать вот такой... Вот такой предлагают вариант розыгрыша штрафного англичане. Не очень казаться в этой системе. Но сейчас не об этом. Сейчас Кайл Уокер здорово перехватывает мяч. Бертран. Ответный пас на него. И прострел. Чемпионат Европы. Во Франции прошедшему лучшим летом. Встреть. Этот литовский сектор. Лалана. Пас очень опасный. Нет никакого. Нать. Стерлин. Как легко проходит Вайткунуса. И момент, гол. Это кто? Это он, Джермейн Дефо. Вернулся в сборную спустя 3,5 года и забил гол. Ну а забивал, если уж быть совсем дотошным в отношении Джермейна Дефо, этот 34-летний нападающий в последний раз 4 года назад, причем ну, практически день в день. В марте 2013 года последний раз Джермейн Дефо забил. Волной Бертранда. А это Стерлинг. Теперь сам пробьет. Да. Соседей шотландцев. Не будет. Ну, наверное, где-то и слишком изящно попробовать сыграть. А вот Джермейн Дефо, редкость для сегодняшнего матча. А здесь изящно. Окслей Чемберлен и грубо. Ох, грубо. Климавичус. Очень резко реагирует. Он бронятся. Один в один оставляют против Рахима Стерлинга. Вайткунуса едва. Еще один момент не создает острейший. Литва, Словения. А затем забил шотландцам. Ой-ой-ой, какой момент! Сейчас не Федор Черных, а Викинтос Сливка едва не вошел в... И вот свисток на перерыв. Рюди Бюкен отправляет команды отдыхать. Англичане выигрывают 1-0.